Во-первых, я хочу поблагодарить страну эту. Мы очень тесно с ними работаем, сотрудничаем. И на сегодняшний день мы очень много внедрили программ, которые непосредственно по рекомендации ВОЗ, и которые делаются в Молдову, и их опыт перенимаем. Это у нас по АКС, то есть по анализу критических случаев, безопасное материнство. Специалисты с Молдовы были несколько раз у нас, обучали нас, тренинги проводили. То есть мы внедрили очень много программ, которые совместно с вами, которые у вас уже адаптированы, у вас уже получены хорошие результаты. И мы по антинатальному уходу для беременных. То есть в нашей стране очень много делается для женщин, для детей. Наш президент непосредственно сам медик, поэтому очень большое внимание уделяет медицине и в том числе для оздоровления, то есть здравоохранения. И у нас даже вот закон, который принят для здоровья граждан, и он был пересмотрен вот в 2015 году у нас, и там есть специальный параграф, второй параграф, который посвящается здоровью матерей, детей, и особенно статья 19 от 21, это репродуктивное здоровье семьи. И нам непосредственно важность вот этого семинара, важность в том, что у нас на сегодняшний день именно препараты зарегистрированы, но медикаментозный аборт, МВА не проводится. Почему? Потому что у нас все приказы, все после внедрения, написания клинических протоколов. То есть это чтобы было как бы законодательно, это чтобы было как бы уже по примеру того, что это очень хорошие результаты получаем. Мы сегодня на этапе написания этих протоколов, мы его написали, как бы черновой вариант у нас есть, и мы сейчас как бы эксперты должны нам отрецензировать. И важность этого семинара в чем? В том, что здесь все страны, у которых эта программа работает, у которых это уже внедрено, и отрадно услышать то, какие положительные моменты в общем вот в написании этого протокола, потому что не каждый протокол он устаревает, его нужно обновлять, и когда начинаешь пользоваться этими протоколами и встречаешься с какими-то проблемами, с какими-то положительными, отрицательными моментами, и для нас важно то, что мы сейчас вот его пишем и как бы перенять все положительные, чтобы как бы не ошибиться и не приходилось нам его вот в ближайшее время опять менять из-за того, что он как бы к нам не подходит. Поэтому мы учтем все моменты всех стран, все опыты этих стран, и также сейчас будут работать ваши специалисты с 5 странами, которые пользуются этими протоколами, и мы как бы желание, у нас пожелание такое, чтобы вот эти 5 стран мы вошли в этот список этих стран, сотрудничать и работать вот с протоколами, которые как бы нужны для наших женщин, потому что наше государство, мы уже в течение...